Выбрать цикорий непросто. Во-первых, напиток знаком не всем. Во-вторых, много подделок. Самый простой пример – недобросовестные производители подмешивают экстракты дешевых злаковых и забывают сообщить об этом на упаковке. Проще всего им подмешать рожь, ячмень или овес в растворимый и молотый цикорий. Сложнее – в жидкий экстракт. Чтобы удешевить продукт, используют и мальтодекстрин – ингредиент, ничего общего с самим цикорием не имеющий. Это порошок, который получают после переработки рисового, картофельного или кукурузного крахмалов. Часть цикория убрали, заменили простыми углеводами, которые в себе не несут ни витаминов, ни микроэлементов, а только дополнительные калории. Этот цикорий уже не проходит под показатели, прописанные в этом ГОСТе. Данный углевод вызывает резкий подъем глюкозы в крови, как после употребления обычного сахара, и не уступает ему во вредности и способности откладываться в жир. А для людей, больных сахарным диабетом, мальтодекстрин и вовсе опасен. Цвет порошка очень светлый, а консистенция пыльная – это верные признаки мальтодекстрина в составе. Оставьте такой продукт на полке. В нем инулина, основного вещества, которым ценен цикорий, будет очень мало. Инулин – это определенный тип клетчатки, на котором живет полезная микрофлора кишечника. То есть фактически является средством при дисбактериозах, при нарушениях иммунитета, потому что кишечная флора участвует как раз в создании иммунной системы. Инулин, кстати, снижает чувство голода. Запомните, по ГОСТу в 100 граммах продукта инулина должно быть не менее 30%. Информацию об этом ищите на упаковке. К слову, в цикории, который специально выращивают для производства, инулина гораздо больше, чем в дикорастущем. А еще цикорий не содержит кофеин, поэтому его можно пить даже людям с заболеваниями сердца. Этот напиток понижает давление, снижает уровень холестерина и помогает при бессоннице. Но пользу принесет только качественный продукт. Изучите на этикетке информацию об изготовителе. Часто цикорий производят в одной стране, а упаковывают в другой. Продукция, упакованная не в месте изготовления, должна содержать информацию как об изготовителе, так и об упаковщике. А если продукт изготовлен из цикория качеством ниже, допустим, из индийского, то упаковщики чаще всего не указывают изготовителя на упаковке. Качество цикория зависит от места, где он выращен. Идеальный для растения климат – мягкий, средиземноморский. Поэтому смело берите продукт, изготовленный во Франции, Германии или Польше. А вот в России лучший цикорий уже более 2 веков выращивают в Ярославской области. Цвет этого продукта определяется интенсивностью обжарки, поэтому главное его однородность. В светло-коричневом напитке витаминов больше, чем в темном, который отличается более ярким ароматом. Продукт сыпучий и похож на порошок с очень мелкими гранулами. Отлично, он не должен быть как пыль. Помните, цикорий моментально впитывает влагу. В таком продукте образуются твердые комки. Он окисляется и теряет пользу. Хотите проверить цикорий еще в магазине? Приобретайте его в вакуумной упаковке. Если упаковка закрыта герметично, значит, влага не может попасть внутрь упаковки. Можно легко проверить состояние цикория внутри упаковки путем вот простого вот такого движения, прощупать, есть ли там комки. Понюхайте цикорий. Если вы чувствуете посторонние или резкие запахи, значит, в продукте есть искусственные ароматизаторы. Помните обо всех дополнительных ингредиентах, производитель должен писать на упаковке. Оцените и заваренный напиток. Наличие плотной красивой пенки говорит о присутствии достаточного количества белка в цикории. При отсутствии ее белка меньше. То есть цикорий будет по пищевой ценности беднее. Если напиток сильно горчит, жарили его неправильно. Вкус качественного цикория с приятной мягкой горчинкой. Приятных вам покупок!